На 54-м заседании Совета депутатов городского округа Щелково были приняты решения, проекты которых ранее подробно рассматривались на постоянных комиссиях. Депутаты внесли изменения в положение и регулирующие вопросы градостроительной деятельности. Ряд нормативных документов приведен в соответствие с федеральным законодательством. Утвердили положение об управлении и распоряжении земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. Участки предоставляются как бесплатно, так и после проведения аукционов. Также в документе указаны условия приватизации земли. Внесли дополнение в положение о финансовом управлении администрации городского округа Щелково. Дополнение коснется права финуправления образовывать общественные советы, выполняющие консультативно-совещательные функции в целях повышения бюджетной грамотности населения. Рассмотрен вопрос о переходе имущества, принадлежавшего областным организациям, в собственность муниципалитета. Так, в общеобразовательных учреждениях округа будет поставлено на баланс оборудование базового рабочего места для обучающихся. Оно было передано областным вузам. Кроме того, в собственность муниципалитета перейдут некоторые земельные участки, которые необходимо было юридически оформить, и несколько автомобильных дорог, расположенных в Щелкове и Монине. В целях реализации наказов избирателей принято решение о приобретении оборудования для Фряновской библиотеки и Дома офицеров в Монине. В завершении работы депутаты утвердили имена награждаемых почетными грамотами Совета депутатов работников образования. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.